Стоимость полиса медицинского страхования в Молдове в 2024 году составляет 12 636 леев. Однако до 31 марта у граждан есть возможность его приобрести по льготной цене – 4056 леев. Воспользовались ли жители этой возможностью и помогает ли им наличие полиса, мы поинтересуемся у них. Думаю, что нет, ничем не поможет. Если не имеешь какие-то средства, то полис – это бесполезно. Что там, койку пару дней дают полежать и все. Потому что на эти деньги мало что вы какой получите, какой сервис в медицинских учреждениях. Жизнь ни разу не пользовался. Пару раз обратил, ну, ноль эмоций. В принципе, шей. Никакой помощи нет. Толку нет, только издирает деньги. Естественно, скажем, при срочной госпитализации очень помогает. Ну, это, конечно, космическая сумма. Тем более для неработающих людей. Помогает лекарство, которое льготно, бесплатно дают. Помогает. Да-да, нужно иметь полис. Потому что без полиса это надо все равно платить. Вот сейчас я в больницу пойду, к Кишиневу надо. Полис нету, надо платить. Помогает полис. У нас пенсионный полис. Мы не покупаем, не приобретаем. Ну, конечно, помогает. Вот только что были с мужем в поликлинике бесплатно, без ничего, все прошли. Нам помогает полис. А ничего не помогает, честно скажу вам. Сейчас очень повезло, ждем малыша. Поэтому, ну, сами знаете, что беременным он предоставляется. А вообще, когда экстренные случаи, их никто не предвещает, поэтому он, естественно, нужен. Ну, я на пенсии, помогает он, конечно. Лекарства льготные, там какие-то эти... Нормально как? Да почти ничем. Почему? Потому что все равно, где надо заплатить, заплатишь. А у нас в основном, вы знаете, в аптеках что творится. У меня проблемы большие со здоровьем. Поэтому не особо скажу, что помогает. Тем более сейчас частных, столько частных. Почти в поликлинике никого не осталось. Вы меня извините, но я говорю то, что думаю. Ну что это такое, поднимать такую цену? Ну я понимаю, раньше было 4, сейчас уже дошло до сколько? 12 или сколько? Ну это вообще уже абсурд какой-то. Это, ну как этот человек, который вообще, вы знаете, какое положение у нас и с пенсиями, и с зарплатами. Такие суммы, так он же и зарплату не получает такую, чтобы купить себе полюс. Ну я считаю, что это глупость. Дешевле, да, если попадаешь в больницу, например. Дешевле.